наш сегодняшний маршрут и приключения начался с не очень приятного момента. Вояки перегородили одну из наших любимых дорог, видимо, там стрельбище. А мы сегодня на Жиге, с нами еще две Нивы. Это чисто, можно сказать, тестовый выезд на нашу стандартную дорожку, проверить, как Жига себя покажет на ней, потому что там на самом деле очень болотистые полноприводные машины засаживались, так что глянем, что получится в нашем исполнении. Продолжим тему с вояками. Там все перекрыто, мы пока искали объезд, нашли какое-то озеро. Чисто пробиваемся вот по такой дорожке. Уклон на самом деле довольно дикий. И это очень плохо. Да, надо все-таки укорачивать багажник. Жига у нас в таком прискорбном состоянии. Радуюсь, что, как всегда, красивые виды есть на озеро. Блин, ну я не уверен, что мы там проедем. Да какая разница, это что? Нормально. Выхлоп заткнуло. Выхлоп заткнуло. А? Заглуши. Хорош! Назад, назад! Назад! А вот теперь, мне кажется, она не заведется. Сейчас, Сань, стой! Давай, давай! Олег. Красавчик. Ровно, ровно! Газ в пол! Сейчас будет стрёмная ситуация. Да, а он не видел, что там полено лежит. Так, тестируем наше новое приспособление для... Для, блядь! Да? Нормально. Блядь, главное, чтобы не отъ... Не, это же Рубикона. Он не может...
Что ты ему показываешь прямо? Они криво стоят. Они ровно не могут. Пошел! На бок. Хорошо, что нас сегодня мало, потому что и при других условиях у нас бы это место прохождения бы заняло, не знаю, наверное, минут 40. Неплохая, да, объездочка? Блин, если бы багажник не был такой длинный, я думаю, у нас бы все получилось. Блин, чуть-чуть не хватило. Короче, у нас легкий перекур на чипсы. На краба. Да. Чипсы едим только с крабом. Легкий перегруз вот видишь. А ты можешь сначала чуть-чуть попрыгать? А как бы там? Ребята жалуются, то, что немножко, да, не попрыгать, а рукой просто немножко покачать. Немножко не комфортно. А можешь сильно прыгнуть на ней? Протекли, походу, они. Наверное, протекли, да. Да. Надо посмотреть. Андрюх, ты когда будешь смотреть это видео, не сильно ругайся там. Это все я, да? Саня, его не об пол ем. Это самое. Жесть. Так, мы нашли выезд на трассу. Сейчас мы его проедем и устремимся в сторону болот. Да, Жига, конечно, выглядит дерзко. Как их пахнет. У нас в очередной раз пружины с Амориком или Аморик отдельно пробили защиту с такой силой, что она улетела фиг знает куда. Это была защита. Защита рычага. Ну, короче, так, в принципе, все нормально. О, ребята подъехали. Что-то у них не в порядке с подвеской совсем. Ну и да, от них запчасти отваливаются. Сука, новое крыло. Давай. Новое крыло заебал. Поворотник. А вот до этого. Поворотник разбился. Да, давай. Стой, не толкай его на канал. Пенис реально течет? Нет. Да мы угораем. И на счет три. Жига завелась. I knew.
отпустила. Отмазка норм. Наконец-то эти бесконечные гонки закончились. Мы заезжаем в лес, где нас 100% ждет всегда стабильное бездорожье, потому что видите, здесь какие ручьи текут, здесь родники. Саша говорил, что вот здесь в Лайтове. Посмотрел бы я сейчас на ребят. Сегодня у нас всего 3 машины, повторюсь, так что снимать будет очень просто. Надеюсь, все всегда будет в кадре. Олег, только далеко не уезжай, чтобы... Ты что делаешь? Чтобы я не бегал, а? Да, да, там вообще. Олег, ну ты... Вообще не знаю. Так, не вас на 30-х колесах прошел. Ставлю на жигу, что не смогет. Видел жига мощь? Блин, я думал, травка мокрая, приятная, она вся в говне оказывается. Здесь у нас скопаны бревна. Сань,
Видишь бревна? Может, попробуешь на бревна залезть? Ну, попробуй сейчас. Ты можешь Нивой толкнуть? Да, давай, бежим. Нет, 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 нет. Нормально, нормально. Ребята нашли фару. Кините. Кините к себе. Так, доехали до серии интересных препятствий. Первый идет Нива Олега. Глубина не критичная. Оп. В принципе, можно считать в пределах допустимого. Олег, подожди на островке на первом. А? На первом островке подожди, если Саня дальше поедет, сразу едь вперед. Чуть подальше. Запускаем Сашу. Саня, стой! Стой, стой! Я думаю, выйдет. Попробуй сильнее назад! Видимо, бревно какое-то. Видел, да, этот контроль? На бревно наехал прям и сразу вперед. Но сама. Санек, подожди, Ниву сниму. Давай, шуруй. Да, все-таки жигу надо снимать только сбоку, конечно, летит от него, или брызговики ему какие-то повесить. Ой, водичка. Как у тебя тут? Блин, спина мокрая. Ух ты.
Ты меня вода в ногах булькает. Я понимаю, что вам не видно, сейчас я подсвечу. А это у нас что, 50-метровка Олимпийка? Да, бассейн, на да? время. На время. А, ну, с глубиной. С глубиной? Типа с нырком? С нырком. А там с нырком, кстати, по капот. Да, я помню, в конце это было. Здесь левее же, да? Сейчас БПанщиков подождем. Вот эти ребята, кстати, они... Нига. Да, можно напрыгать, а еще и пружин лишилась задних. То есть теперь ни амортизаторов, ни пружин. Да, уже нету. А сзади сухо. Нет. Санек, а ты как к заплыву готов к 25-метровке? Олег сказал на скорость. Как сказать? Слушай, а спроси себя, может я за ним поеду, чтобы его толкать, если что? Санек, Олег предлагает ехать за тобой, чтобы тебя толкать, если что, чтобы ты долго в воде не стоял. А он меня не выдал. Тогда Нива сзади, она уже толкала. Так, я иду на исходную. Иду своими уже изученными тропинками. Вот так здесь вода фигачит в лесу. Болото здесь, конечно, реально обширнейшее. Мне интересно, я перепрыгну? Ребят, я смогу перепрыгнуть? Так, Нива пошла, я все-таки не рискнул прыгать, потому что я уже и так довольно мокрый. Волна пошла. Опять. Не могу, снимаю. А еще я залез в какой-то муравейник. Извини, что я сейчас не снимал. Перепрыгнешь, наверное? Блин, да хрен я перепрыгну. Перепрыгнешь, разгон возьми. Откуда? Вот. Красава. Вообще уверенно. Кидай. Кидать прям? Да, да. Блин, Санек, я даже не знаю, чем тебе помочь. Какая интересная ситуация. Я сам справил. Санек там. Посвети. А, да, так видно. Санек сидит, булькает. В лягушку играет. Такой. А у вас там тоже видно, да? Там... Не, да, ребят, просто. Ребят. У Сани уже жопа в воде. У меня тоже. А, тоже жопа в воде.
Что там по бупану? Борщ. Чтобы вы понимали, что происходит в салоне. Тормози. Ребят, у нас небольшая вставочка, и, скажем так, с места монтажа. У нас, к сожалению, очень часто бывают проблемы со звуком. Вы очень много пишете в комментариях, что плохо слышно. Суть в том, что мы снимаем на GoPro 5 со стабилизатором GoPro, и там нет возможности подсоединить микрофон. И это очередной кусок видео, где пропал звук. Я просто на нем рассказываю, что оторвало абсолютно все элементы подвески на Ниве, в том числе даже тягу Панара. Ну и пытаемся ее поставить на место. Как-то так. Не обессудь, ребят, извиняйте. Делаем все, что можем. В итоге Нива выглядит вот так вот. Немножко плачевно. Еще одна не очень хорошая новость. Наш выезд субботний на Рубиконе на интересный маршрут. Он даже не под вопросом, он на 99% отменен. Выявились проблемы с коробкой передач. Ошибка по второй передаче. Пока что он едет сам, но если мы поедем в грязь, то коробка опять-таки сделается 9% вероятностью. Придет в негодность. Так что как-то так. Если найдем с кем поехать пассажирами, то поедем. Титаник! Титаник топит. Топит. Ну, короче, наш Титаник все. И сзади никого нет. А, жопа! Все, жопа намокла. Сань, телефон мой куда-нибудь ныкай. Так, Саня, сиденья пошли. Открываем двери. Так, не дверь. Давай вперед, попробуй притяни чуть-чуть. А все, Сань, чуть-чуть. Держи, я на крышу. Сань, да это все, хана, на, держи. Ты как все на крышу? А, блядь, не хуй. Давай кидай его туда. Там тоже. Да, разбивай, там... надо объехать. Да. Олег, быстрее. Так что, давайте, выходите. Блядь, я сзади открываю, не хуй. Да, Сань, все, на дверь открывай. Кофта, кофта, иди назад. Кофта, блин. Все, кофта. Ну ладно. Все, пусть внизу. Юлик, твою кофту стирать буду. Так а что, у тебя-то что-нибудь? Сань, да на дверь открывай. Все, вровень. Бля. Блядь, не... Так, в итоге у нас вот такая ситуация здесь. Надо отцепить. Нахуй ты дверь открыл? Слушай, и меня заберите. Вообще. Может вообще на короткую? Давай на так, и все. Давай, стоп! Давай! Давай, Олег, все. Да. Только не резко, потому что меня убьет. Прям по яйцам. Олег, в пизду! Стоп! Так, чтобы потом на нас не наговаривали. Эту фигню я забрал. Это была жесть. Это была просто жесть.
пару минут, вода продолжает. Сань, я предлагаю ехать. Смысл сейчас все сливать и заново заливать. Погнали. Ну, эта лужа вроде совсем не глубокая, но все же я на всякий пожарный подсниму. Вот так выглядит помывка. Вроде помыл. У меня чисто.